Всем привет! Сегодня у нас складные ножи под названием Volt 2 и Volt SS. Сразу покажем их вместе, поскольку они имеют общее название, да, и сразу определим, что общего, в чем различие. Ну, по поводу Volt 2. Это рукоять, да, или корпус, выполнен из стекловолокна, подобно пластику. Сразу видим бэкспейсер на протяжении всей рукояти. Видим 1, 2, 3, 4, 5 винтов. Да? И в структуре рукояти видим также темлячное отверстие, довольно-таки маленькое. Ну и, собственно говоря, сам нож тоже не такой большой. Клипса S-образная, уже не первая модель, где такая клипса встречается. Она переориентируется на заднюю часть, чтобы носить нож осевым узлом вниз, но при этом также не может переноситься на противоположную сторону. Нож имеет ассист. В механизме осевого узла имеется два шарика подшипниковых механизма и дополнительная пружина, которая помогает вылету клинка в разложенное состояние. RG Martin Design, спуски прямые, дополнительная обработка клинка в виде bitblazed finish, сталь 8 хром 13 молибден ванадий, по основанию здесь выраженные насечки, что в принципе является неплохим составляющим. Замок Liner Lock, надежный, проверенный временем. Вот такие характеристики у ножа. Нож 93,6 граммов, 18 сантиметров общая длина, 9,8 в сложенном состоянии и 8,3 длина клинка. Что касается Volta SS, то у него весь корпус выполнен из нержавеющей стали в сером цвете. Такой же ассист, та же сталь. 8 хром, 13 молибден ванадий. Но в чем различие, да? Это, безусловно, полностью металлический корпус. Соответственно, у него вес идет 122 грамма. И он немножко побольше. То есть у него идет 19,7 сантиметров общая длина. 10,8 в сложенном состоянии. И 8,9 сантиметров длина клинка. В остальном они абсолютно идентичные по форме, по механизму. Ну и еще различия, да, поскольку здесь полностью металлический корпус, здесь замок фреймлок. Ну, в чем-то он может быть надежен, да. Видимо, если вы будете сильно нагружать нож и при этом работу совершать более жесткие, то, наверное, фреймлок лучше, да. Крепче держите рукоять, сильнее она сдерживает клинок. И в этом, конечно, все довольно-таки оптимально. Еще различие, то что клипса имеет три местоположения: у основания, в задней части, имеет реверс на противоположную сторону. В остальном очень похожие модели и прекрасные помощники. Всем пока!